Так, народ, всем здорово. Ну чё, продолжаем с вами. Подземельем и всякими деревьями бороться. Мы там вроде как в метро, короче, остановились. Первая миссия у нас более-менее нормальная. Выход в город, что-то такое. Так, что-то не понял. С херами я сюда перекинул. Не понял. Странно. Вообще швырнул туда. Ну, сейчас я должен в подземелье появиться. В катакомбах. Неужели мне все заново идти? О, не, все, заеб. Хорошо. Ты не беги так сильно. Может нахрен на этих упырей тратить патроны из винтовки? Блять, я вот этого не ожидал, я то, что он сзади подбежит ко мне. Кажется, дела плохи. Я
Двоих уложил, сучонок. Ну, понеслась. Это все. Ай, блин. Через это проходить тоже не надо. Ти. Хорош то. Ты смотри-ка. Жойска. Кажется, дела плохи. Я первый более-менее с такой противником и жопу надирать. Твою мать.
короче, понял, не надо там останавливаться, прям идти надо вперед. Хорош. А у меня аптечек-то и нет, даже не руля. Че у меня по материалам? Погоди, стой. Рюкзак. Дрен нахрен в коробке. Материалы железа. Сложно. Следующий.
Справился. Ну хрен его знает. Осталось саблей перешибить мне. Пересидеть хотя бы. Угу. Давай вернемся. Это я так понял, чисто сейчас прокачка у нас идет. Нам нужно да, мы запустили реактор. Одна, я не жалко, что Леса не нашли. Его больше нет. Если вдруг найдешь что-то. Не ты мне нужна. О, лепила. Мы так и не познакомились. Я Реджинальд Малоун, но можешь звать меня Реджи. Если нужно прикупить что-нибудь полезное или поправить здоровье, я тот, кто тебе нужен. Или можем обменяться историями. Только свои приготовь. Да, я люблю поболтать. Мертво. Да уж, мертвее не бывает. Наконец-то новое лицо. А то тут сейчас все мрачнее тучи. Но не так-то просто держать себя в руках со всеми этими тварями вокруг. Будь добрее, когда можешь. Тогда и жить легче. Слушай, тебе ведь удалось нам помочь. Сегодня ты настоящий герой блока 13. Продолжай дарить надежду. Только лучше. Давай глянем, что у тебя есть. Так, адреналин, бинт. А, ну это ладно. Давай еще тогда штуки три купим. Удачи. Все, теперь пошли к снарягу. Прокачаем. Не туда. Так, тоже не туда. Я заблудился с участием ноги. А, все. Эй, бродяга. Что тебе нужно? Блять, я все потратил. Пока.
Иди уже. Что еще? Ну ладно. Все, закончили. Ладно, сейчас главное аптеки набрал. Оружие хрен с ним. Как говорится. Спешила все этот в лечилку отдать. Чего орал, чего бежал? Ёбаный. Нелегко было. Дерьмо! Валить-то, блин. Блоки. Естественно, аптечку с меня сняли. Семь меня. Как тебе? Ну так понял, чем вручную их пинаешь, тем больше зарабатываешь. Да нет, никакой разницы.
Что-то я дал, блядь. Нелегко было. Почему сразу не догадался адреналин вколоть? Нелегко было. Вот тут согласен. Чем я так понимаю, мне назад надо теперь идти. Все в разы казалось проще, чем я, блядь, сам себе придумал проблемы. По идее, выполнил задание, наверное. Или мне все-таки надо было... Не голосит, не записываю. Все-таки назад надо идти. Хера задание еще не выполнил. Читай внимательно задание. Ладно, еще металлолом наберем. Сука такая.
что я должен сделать сейчас? Блять, теперь я запутался нахуй напрочь. Так, смотри, мне пока назад идти. Или вперед лучше пройти, проверить вообще весь туннель. В пизду про весь туннель проверим. Думаю, что-нибудь да найдется где-нибудь. Куда бежишь, блин? Нелегко было. Ух ты! Ёху, блядь! Сука, я понял, надо дальше просто метро зачищать. Thank you.
сволочь. Сюда нам. Дерево преграды было. Значит, в тот раз я все-таки правильно шел. Куча очкастая, блядь. Говно с носом. Ладно, смысл я понял. Давайте здесь тогда. Я посмотрю, кстати, что у нас по этим ресурсам. Блин, плюс-минус нормально. Это на этом мы и сохраним. Ну пока все, народ. Давайте. Всем счастливо. В этой серии нас просто пинали, как сам тряпка. Все, до следующей серии.